Весна – время наводить порядок. И в Щелкове процесс благоустройства идет полным ходом. Институтская, дом 27. Проводим работу по наведению чистоты и порядка на территории городского округа Щелкова. Сегодня проводим работу совместно с управляющей компанией «Каантарес». Приводим в порядок территории газонов, собираем мелкий цветной мусор, также собираем листву. Также проводим работы по покраске бордюра, который был ранее окрашен в желто-зеленый цвет. Сегодня красим в серый цвет. Также в рамках месяца наведения порядка и чистоты в щелковских дворах активно проводится экологическая акция «Зеленый обмен». Она подразумевает уборку с придомовых территорий старых резиновых покрышек, которые ранее служили элементами декора. На их место сотрудники управляющих компаний сажают новые растения, ограждают их аккуратным забором. На улице Институтская, 22, в микрорайоне Чекаловский, убрали все шины, которые вредят окружающей среде. Ведь старая резина выделяет токсичные вещества. Убирай шины, сажай зеленые насаждения. Всех призываем также украшать свои дворы. Я являюсь жителем этого дома. Значит, со дня моего, как говорится, рождения, вот я и мои соседи, мы стараемся ухаживать за двором, это видно. Все собранные покрышки будут отправлены на утилизацию. Акция «Зеленый обмен» проходит по инициативе Главного управления содержания территории Московской области. Любой желающий может обменять старые покрышки на саженцы, украсить свой двор. Для этого можно позвонить в управление по благоустройству. Номер телефона на экране. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.